Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своими звездными родными. Стефания, дочь певца, пришла с младшим братом Марком на новогодний бал, который ежегодно устраивает Тетлер. Блондин, которому скоро исполнится 2 года, покорил сердце всех гостей вечеринки. Стефания рассказала, что очень мечтала о рождении братика, с которым можно было бы играть и ходить на новогодние елки. «Помню, как 2 года назад смотрела красочные фотографии с предновогодних елок и мечтала о том, чтобы у меня был братик. И мы могли читать стихи и петь песни Деду Морозу, чтобы получать подарки», — призналась Стефания. «И вот спустя 2 года, мы на новогодней елке и поем Деду Морозу облако, белогривые лошадки. С ума сойти, это так круто. Мечтам свойственно сбываться. Визуализируйте желания и мечтайте». Сын Маликова уже получил первый новогодний подарок. Дед Мороз подарил Марку большую игрушечную машину, мечту любого мальчишки. Родители наверняка приготовили для своего ребенка еще много сюрпризов на Новый год. А вот получит ли Стефания от отца дорогие подарки на праздник – большой вопрос. Дело в том, что недавно в прессе появились сообщения, что у Маликова случился финансовый кризис. СМИ узнали, что артист заложил в банк 5 полотен Петра Кончаловского. Дмитрий не стал опровергать эту информацию, но и никаких объяснений на эту тему не дал.